Оскар Кучера. Привет всем, привет. У себя дома, в удивительном дворце в Мегаспорте, играет команда ЦСКА Москва. Я когда показываю эту фотографию, я всегда говорю, смотрите, это я стою. Столько лет в баскетболе, давно ли я в футболе, а играешь в хоккей? Да, играю в хоккей, но просто... Долго уже играешь. Ну, посмотри на меня, мне кажется, даже ты выше меня. Ты знаешь, как вопрос, если Александр Сергеевич Якушев на матч приходит, мы надеваем вот эту форму, видишь, бело-красная. А когда приходит Владислав Александрович Третьяк, мы надеваем красный. В полете переобуваетесь. Конечно, да. Ты кричалку, я кричалку. Красно-синий самый сильный. Эй, эй! От тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Забросить нужно минимум 3. Да это дядя. В этом сложность. Нет? Пока нет. А, улетает. Улетает, да. Оп, еще послабее, будет хорошо. Забить 3. Есть, первый. Забиваешь 3 и второй. Прибросался. И третий. Браво. Все 3 белых шара туда положил. Браво. Оскар Кучера, один из лучших баскетболистов в истории нашего клуба. Макс Дисюк. Это человек, который... Я сказал, Дисюк Макс, но потом Макс Дисюк звучит как-то сочнее. Макс, человек, который говорит при встрече «йоу». Да, я говорю при встрече «йоу». Хотел сказать «WhatsApp», но я растерялся даже. Макс Дисюк – это голос наш сегодня на площадке, армейский. Это, так сказать, тот человек, который принял бразды ведения матчей у Оскара Кучеры. Да, фактически прямую, сансей, конечно, но, через... Ну, конечно, я смотрел кассеты, да. Когда вел Оскар, я пересмотрел все лучшее, the best. Объясни, что такое кассеты, я сейчас понимаю, да? The best. Дамы и господа, леди и джентльмены, добрый вечер! И пусть нас сейчас пока еще не очень много, но я хочу сказать, что буквально через 7,5 минут на площадку выйдет команда ЦСКА! Москва! Для того, чтобы размяться, а вы получите удовольствие. Уверен. Я вот пытался через свои красно-синие очки считать, есть ли болельщики, которые столько лет назад ходили на стадионы, как это делал я. И они были, Оскар. Я видел фан-секторы сейчас прямо спиной. Это мой фан-сектор, это со мной пришли. Хорошо. Пока идут секунды, ты не имеешь права ничего говорить. Конечно. Но момент, как... Да, но когда мы проигрывали, я понимал, что надо что-то делать. Я помню, сколько денег ты платил за... Мы заплатили вам 1,5 миллиона рублей один раз. Я обращался к трибуне, я говорю, ребята, ну надо что-то делать! Защита! Посмотрим, как сегодня будет Оскар Кучера. Да, спасибо большое, что пришел к нам. Макс, спасибо тебе большое. Спасибо. Йоу! Певица лейбла Газгольдер. Аника, привет, как дела? Привет, отлично. Нужно забивать в корзину, это я знаю. Уже полдела. Да. Уже полдела. Но вот очки, вот это все это не мое. Я не знаю. И многие баскетболисты любят рэп. Да. Что характерно. Да. Связь. Да. Смотри, мы тебе показываем игроков ЦСКА, а ты выберешь того, у кого самая крутая прическа. Да? Да. Быстро. Давай, быстро. Прямо фотография. А потому что ты у нас эксперт по притче. Это Уилл Клайберт. Ага. Ну как тебе его прическа от 1 до 10? Ну, мне нравится 10. Дреды я не так люблю, поэтому, нет? Наверное... Он за ними очень хорошо ухаживает. Не, ну понятно, я а вот, занимаюсь. Посмотри. Похож? Мне кажется, ему не идет по форме лица. Окей, а вот этому парню? Ну, такая стандартная прическа. Ты знаешь, это один и тот же человек? Да? Да. Вот так отлично. Как меняет прическа человека, представляешь? Ну вот, ну и последний, Джоэл Баламбой. Кто из них самый лучший из всех, кто тебе понравился? Так, мне понравился первый. Уилл Клайберт? Первый, да. Уилл Клайберт у нас лучшая прическа ЦСКА, друзья. Респект от меня. Студию паркета, игрок команды ЦСКА, Иванухов. Всем привет. У тебя большие перемены случились. Ты стал отцом. Спать дает? Да. Да? Молодец, да. Как у вас он еще больше нас спит еще. Наушники специальные, это где вы покупали такие? Это надо у жены спросить, она где-то заказывала, я не участвовал в этом. Ну и как, малыш воспринимает? Он на самом деле, как говорит, что в наушниках не сидит, а наоборот, без них ему комфортнее надо. Да? Да. У меня тоже сын постоянно снимает. Прирадостная новость есть. Календарь, новогодний календарь выходит, ЦСКА. Ты видел его? Да, очень классный, да. Классный? Тебе понравилось? Посмотрел, да. Капитан, кто капитан? Президент клуба Андрей Владимирович Ватутин. У нас там есть наш знакомый, хорошо знакомый, Серхио Родригес. И он прислал скрин своего плейлиста. Это реально телефон Серхио Родригеса.
И там это плейлист, который он слушает перед игрой с Реалом. Вот думайте в это. Ты поверил бы, если бы я тебе просто это сказал, без фотки? Ну, вот, например, Родригес, какой бы ты послал песню из своего плейлиста прямо сейчас? А пусть он послушает Артура Пирожкова. Какого-нибудь там Чику и еще что-нибудь. Окей. Дать новогодние пожелания нашим болельщикам. Дорогие болельщики, желаю вам счастья в новом наступающем году. Успехов, удачи. Занимайтесь тем, что любите.